Мужики, всем здорово. Короче, привезли мне проволоки вот такой 0,6. Взял килограммчик по проводе. И катушечка такая маленькая. Вот. 0,6. Купил наконечник тоже 0,6, потому что их нету у меня, по крайней мере. Ну, один так, на пробу. Чисто посмотреть, что за проволока. Для какой-то мелочной работы. Вот как говорил, да, модельки этих тракторов. Вот. Сейчас распечатаю. Поставлю на рукав трехметровый. А может и сюда. Да не, трехметровый поставлю. Меньше потом сматывать. И попробую. Вот, сварить вот два гвоздика, допустим, вот таких маленьких, миленьких. Может еще там что. Как она будет себя вести. Аж самому интересно. Это так, на пробу. Чисто, чтоб была. Вот. Так, мужики, ну... Блин, надо было выключить, да? Это протягивал проволоку. Проволока у меня завязана к вот этому к амперам подача проволоки. Поэтому не знаю. Но у меня вот она стоит, ну как и на основной, да, где-то 50-60 ставлю. Ну на полтиннике у меня вот работает нормально. Хотя здесь вот вроде как полтинник, а здесь по шкале вроде как и больше. Ну не знаю. В общем, как-то так. Ну и от 18 до 20 вообще варю как бы металл. Вот сейчас оставил на тех настройках, на которых я варю. Шестерку зарядил. Колесико есть. Я заказывал у китайцев 0,6-0,8 и 0,8-0,1. Ну просто, чтобы было. И это со сваркой продавалось 0,1-0,8. Такие ходовые, да? А то вроде как такое экспериментальное. Так что колесико стало идеально вообще. Что по размеру, что по шпонке. Вообще, как будто оно отсюда. Так, ну, наверное, попробую вот здесь вот лезвие от ножа. Сейчас его поломаю пополам. Не знаю, что тут тонкого взять. Вот. Это какая-то оцинковка. Черный металл, не знаю, какой найти тоненький. Может быть, вот так вот отсюда. Я имею в виду с пыльников, тоже вроде тонкий, да? Но это такой столистый, не знаю, как будет вариться. В общем, возьмите канцелярский нож, кому интересно, и померьте, сколько он в цифрах. В принципе, сейчас можно в цифрах действительно и померить. Так, сбиваю на ноль. Еще разок. Ну, не знаю, видно, не видно. Вот. 0,40 показывает. Толщина металла. Попробую сейчас его сварить. Так, в общем, сварил два куска. Ну, я же говорю, настройками еще не игрался. Оставил так, как и есть. Что тут видно? Ну, видно, что подача здоровая. Можно еще сделать не 50, а 45 где-то. Ну, это я по цифрам ориентируюсь. Ну, то есть уболтать немножечко. Вот. С этой стороны прожигает. Точнее, ни одного прожога нету, ничего не светится. Все. Прямо вплотную ложил и проваривал. Не прожгло, но вот на эту сторону как бы повылазило, да? Может даже немножечко тока меньше, не 18, а сделать там 17,5, да, там. Блин, паузу пришлось ставить. Чихнул. Чуть ноздри не разорвал. Так что вот 0,4, да, или 0,40, кому как нравится. Проволочка 0,6 сварила. Я думаю, черный металл вообще будет варить.
мелочок. Брал так вот, чисто какие-то эти самые, такие эксклюзивненькие вещи, где-то что-то вот, как я модельки делаю, да, вот те, где-то точку поставить такую нездоровую, потому что 0,8 все равно жирные точки ставят, а миллиметром последний варил, так вообще капец. Вот такие вот дела. Нормально. Пойдет. Так, ну, снял проволоку. Открутил наконечник 0,6. И что вы думаете? Проволока 0,8. Спокойно гуляет в нем. Я не знаю, как они вот делают. Я же вот варю миллиметровкой на наконечнике 0,8. Вот только съем идет вообще четко. Не знаю, она как-то лучше работает, чем на наконечнике 0,1, да, и даже проволока 0,1. Непонятно. Не, ну может, конечно, да, на расширение, на, там, на тепло, на это, на все, да, якобы. Ну, не знаю, я единицей на 0,8 варю. Вот теперь буду 0,8 варить на 0,6. И меньше этих. Меньше серит, будем так говорить. Вот, по-русски говоря, это я что заметил. Лучше идет сварка сама. Потому что контакт хороший. Как-то так. Обалдеть.